Всем привет! Пасхальные выходные прошли. Вот я бегу на работу. Сегодня 6 апреля. Вот так это у нас выглядит. Ага. Классно, да? Если учесть, что мы уже загорали. Если учесть, что уже было больше плюс 20, то это вообще пипец полный. Так, я хотела рассказать про тесты. Забыла. На работе нам выдали шнель-тест на ковид, быстрый тест. И, в общем, раз в неделю, в начале каждой рабочей недели, мы должны сначала сделать тест, и потом уже, в зависимости от результатов, либо идти на работу, либо оставаться дома на карантине. Вот я утром сделала. Высветилась одна полосочка, привилась. А сверху, то есть негативный. Я не болею, поэтому бегу на работу. Боже, как хорошо, что Дима не поменял резину. Вся дорога покрыта тонким слоем льда. Вот так вот. И я уже вижу свою работу. Все, всем пока-пока.